Приветствую всех, с вами Ольга и проект Elite InfoBiz. Этот обзор будет на стартап Invest. Это сервис с командой аналитиков и других опытных специалистов, которые инвестируют в стартапы и предлагают нам также инвестировать свои средства и зарабатывать на этом. Сервис создан 24 января 2022 года. И в проекте есть 8 вариантов депозита. Но для начала работы и для того, чтобы подробнее ознакомиться с условиями, нам необходимо пройти регистрацию. Для регистрации указываем электронную почту, пароль и жмем «Зарегистрироваться». Далее в личном кабинете мы листаем вниз и кликаем «Новый депозит». Нажимаем на данную строку, и здесь нам уже открываются все 8 вариантов. Минимально можно инвестировать в данном сервисе 100 рублей, максимально нужно инвестировать 1 миллион. Во всех депозитах прибыль начисляется каждые 8 минут. Первый тарифный план под 200% на 72 часа. Инвестировать можно от 100 рублей. Инвестируя 100 рублей, например, через 72 часа мы выведем 200 рублей, а каждые 8 минут будем получать по 37 копеек. Второй тарифный план под 235% за 67 часов. Инвестировать можно от 400 рублей. Инвестируя 500 рублей по данному тарифу, мы выведем через 67 часов 1175 рублей, а каждые 8 минут нам будут начисляться 2 рубля 35 копеек. Третий тарифный план под 290% за 60 часов. Минимально можно инвестировать от 1000. Инвестируя 1000, через 60 часов мы выведем 2900 рублей, а каждые 8 минут мы будем получать 6 рублей 40 копеек. Четвертый тарифный план под 350% за 50 часов. Инвестировать можно от 2000 рублей. Инвестируя 2000, выведем через 50 часов 7000, каждые 8 минут нам будет начисляться 18 рублей 60 копеек. Пятый тарифный план под 425% на 40 часов. Инвестировать можно от 4000 рублей. Шестой тарифный план под 500% за 35 часов. Инвестировать можно от 6500 рублей. Седьмой тарифный план под 600% за 30 часов. Инвестировать можно от 10000 рублей. И восьмой тарифный план под 760% на 24 часа. Инвестиции здесь уже принимаются от 15000 рублей. В данном сервисе есть калькулятор. И если мы выбираем, например, шестой тарифный план, вводим сумму и рядом у нас расчет прибыли. Далее, после изучения всех тарифных планов, мы выбираем наиболее оптимальный для себя. Далее выбираем платежную систему. Будем оплачивать банковской картой, электронными кошельками Payeer, Kiwi, Perfect Money. Далее вводим сумму и жмем «Пополнить». Наш депозит начинает работать. Для вывода в верхней строке кликаем «Вывод средств». Выбираем электронный кошелек, например, тот же Kiwi. Вводим сумму, минимально можем вывести 10 рублей, и кликаем «Вывести». Мы в данный проект инвестировали 100 рублей по первому тарифному плану под 200% на 72 часа. Узнать, платит проект или нет, вы можете в нашем телеграм-канале, ссылка на который есть в описании, или ниже данного ролика в комментариях. Ставьте лайк, если данный обзор был вам полезен. Подписывайтесь на наши каналы, чтобы быть в курсе всех проектов, которые исправно платят на сегодняшний день. Присылайте проекты, которые вы хотели бы проверить. Мы обязательно все протестируем. С вами была Ольга, проект Elite InfoBiz. Всем пока!